Далее расскажем вам про туринг штаны, модель P018-2. Почему туринг? Потому что они более утепленные, более плотный материал. У них есть все протекторы, то есть протекторы коленей спереди, сзади протекторы. Также есть у них подклад тепленький, который можно снять. И самое главное, смотря в каких ботинках вы будете, можно будет отрегулировать клепками. То есть если обычные кроссовки, там, допустим, куда-то недалеко поехали, можно заузить. Если ботинки большие, то можно расширить. Также здесь расстегиваются. Очень плотные, хорошие штаны. Дальше расскажем вам про джинсы в классическом стиле. Модель P066. Имеет протекторы коленей, протекторы боковин, стандартные кармашки, как на всех джинсах, с маленьким кармашком. Здесь есть замки, чтобы снять протекторы снаружи. Если, допустим, вы работаете где-то в офисе там, или менеджером, не нужно будет вам менять каждый раз штаны, просто отделить джинсы. В принципе, никто не заметит то, что они у вас мотоциклетные. Далее расскажем вам про штаны модели P067 фирмы Skoyka. Это штаны, которые от комплекта GK67. Это можно понять по расцветке, белый с красным названием. У них также есть подклад, который снимается. То есть можно в них ездить и летом. Есть проветривание на замках. Обычные кармашки на замках. И такие же протекторы, то есть на коленях и с боков. Далее к нашей куртке GK63 еще есть штаны, которые выполнены в этом же стиле, в этой же расцветке, такой же материал. В штанах есть молния, потом защитная сеточка, есть протекторы на коленях и протекторы с боковой части, то есть от боковых падений.